Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Гондик ТВ. Меня по-прежнему зовут Ольга, и сегодня я с вами хочу поделиться информацией про новые бесплатные лимитки в Roblox. Недавно в Roblox было загружено две лимитки. Первая – это вот такой классный яркий чупа-чупс на спину, тираж этой лимитки 10 тысяч копий. И вторая лимитка – вот такая классная кепочка с эмблемой чупа-чупс, тираж тоже 10 тысяч копий. Эти две лимиточки ведут нас в плейс, который называется Chupa Chups Candyland Paradise. Сейчас в этом плейсе пока нет никакой информации про то, как мы сможем получить эти лимиточки, но в магазине игры показаны эти лимитки. Давайте пробежимся и посмотрим, что сейчас есть здесь. Смотрите, вот та самая кепочка, тираж 10 тысяч. Также здесь будет доступна вот такая классная желтая гитара, розовые очки, вот такие волосы. У них пока не показывается тираж, потому что они еще не загружены в Roblox. Дальше вот с этой стороны у нас тоже расположены какие-то вещи. Это чупа-чупс на шею, вот такой розовый шлем, классные яркие наушники и вот тот самый чупа-чупс. Две лимитки из этих восьми, которые здесь есть в магазине, 100% будут бесплатные. Мы их будем получать, выполнив какое-то задание. Остальные вещи пока неизвестны, будут лимитки или за робаксы. Но, по крайней мере, вот эти две лимиточки уже привлекли мое внимание. Итак, ребята, давайте пробежимся по плейсу и посмотрим, что сейчас здесь есть. Здесь можно проходить разные испытания. Обби. Есть вот такой вот лабиринт. Гонки. За все эти испытания в награду вы получаете розовые конфетки. У меня их сейчас уже больше 7000. Возможно, за эти конфетки мы будем покупать эти бесплатные лимитки, пока неизвестно. Вообще никакой информации нету. Никогда будет ивент в этом плейсе, ни что нам нужно будет делать для получения этих лимиток. Но, по крайней мере, ребята, хочу обратить ваше внимание, что скоро мы сможем их получить. Вся дополнительная информация будет у меня в сообществе на YouTube, у меня в телеграм-канале. Ну или, скорее всего, я сделаю отдельное видео и расскажу, что нам нужно будет делать, чтобы получить эти лимитки. Ну и, конечно, расскажу про остальные вещи, которые есть в этом плейсе, как мы их сможем получить. Я буду следить за новостями про эту игру и рассказывать их вам. Если вас заинтересовали эти лимиточки, обязательно ставьте лайк под видео. Ну а также, ребята, подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. На этом все. Пока-пока.